Христианин, твое высокое звание, ты ни на миг об этом не забудь. На лобном месте горечью страданий Христос определил земной твой путь. То путь молитв, не так от раза к разу, но постоянных, пламенных таких, что наполняют душу, сердце, разум, немногословных, но всегда живых. Когда тебя святое небо встретит и жизнь твою тебе покажет Бог, как будет радостно тогда ответить: «О мой Господь, я сделал все, что мог. Я мог молиться Богу утром ранним, мог не ответить гордым словом злу. Я в церкви мог не пропускать собраний и не молчать, но петь Тебе хвалу. Я мог идти по жизненным ухабам и не бояться трудностей дорог. Я мог поститься за больных и слабых. Я сделал в этой жизни все, что мог. Чтоб так ответить пред великим Богом, чтоб не краснеть от позднего стыда, христианин трудиться должен много. Путь христианства — это путь труда. Аминь.